эфире программа «Здравствуй, это я», проект, цель которого – помочь детям, которые по тем или иным причинам остались без родителей, обрести любящих маму и папу. Героиня нашей сегодняшней программы – Анечка. Сколько тебе лет, Анечка, скажи? 4 годика. Ей 4 годика. Ну все, умничка. Будем честными, приветствие мы записывали спустя полчаса после знакомства с малышкой. Но Анечка оказалась настолько общительной, что мы абсолютно уверены, что точно так же дружелюбно она бы вела себя с первых секунд. Приезжая на съемки, наша главная цель – расположить ребенка к себе. В данном случае вся инициатива принадлежала Анечке. И в первые секунды мы даже чуть растерялись. Боже, что это за красавица к нам пришла? Привет! Где мама? Нет, я Оля. Крошка явно огорчилась, но тут же спасла ситуацию и продолжила общение, как ни в чем не бывало. Смотрите, какая у нас красивая Анечка. Помаши дяде ручка. Привет, привет! Привет! Ой, красавица какая! Чем мы с тобой будем? Я хочу с тобой поиграться. Ты хочешь со мной играться? Поиграешься со мной? Анечка тем временем увлеклась нашим орудием труда и потеряла интерес к микрофону лишь при слове «подарок». Это микрофон. Хочешь, я тебе одену микрофончик? Давай, мы с тобой будем разговаривать, да? Давай, давай тебе сейчас микрофончик. Вот так вот его надо пропустить под юбочку. Смотри, что у меня для тебя есть. Анечка. Подарки? Подарки. У тебя вчера был день рождения? Да. Это тебе подарок. Ты любишь рисовать? Конфетки. Нет? Ты любишь рисовать? Смотри, что из этого можно будет сделать. Сейчас будем с тобой рисовать. Вот такие рисуночки можно нарисовать. Будем? Давай, выбирай фигурку тогда. Давай, выбирай. Вот, кто это? Бэйтик. А это кто? Никто. Собачка. Собачка. Как собачка делает? Никакие мои заговоры и просьбы не могли отвлечь малышку от нового увлекательного занятия. Ничего страшного. Давай мы перевернем. Так. Покажи мне, где можно ручки помыть. Покажешь? Выручило нас, опять же, волшебное слово «подарки». На этот раз те, что подарили вчера, на день рождения. А можно я позвоню? Анечка, как дела, Анечка? Хорошо. Хорошо? Ну хорошо, созвонимся. Следующий номер нашей программы – художественная самодеятельность. Кит Мурлыка, наш музыка. Аня, споем песню? В него скрипочки. Сидеть, а точнее устоять на месте, Анюте нелегко. Малышка просто мешочек смеха.
Что там будет за бюро? Сейчас я пойду посмотрю дом. Пойду сейчас. Пойди сейчас. Ой, что? Не достаешь? Нет? Помочь? Да. Это очень чувствительный, это очень, это яркий ребенок. И, скорее всего, наверное, она баловень судьбы для себя, внутри себя, потому что она абсолютно женственна. Женское начало в ней превалирует над всеми остальными видами начал, потому что она пытается дефицит того, что не додала ей жизнь, она пытается компенсировать в этой непосредственности. Вот она как женщина маленькая, она знает себе цену. Она любит бижутерию, она любит одеваться, она любит смотреть в зеркало, она любит строить глазки, она любит все красивое, все яркое. Она обязательно на себя подцепит, что бы там ни было, все, что можно подцепить, она все подцепит, все оденет. И, конечно же, обратит на себя внимание, она обучаема, кольцо внутрь, все, дай мне колечко. И только так. За одну минуту она может снять с тебя то, что здесь висит, то, что здесь висит. Колечко мне дали, одевай, пожалуйста, одевай. Анечка очень хочет семью, она очень хочет родителей, она очень хочет маму, потому что когда приходит мама не к ней, Аня говорит, это не моя мама, это Светина мама. Нина, это Светина мама. То есть Аня не лезет сюда. Аня знает, что это не ее мама. А я говорю, где твоя мама? А она говорит, там идет. Это то, что я уже слышала от нее не один раз. Будем надеяться, что дойдет.